Специалисты завершили важный этап работ с помощью буровой техники, говорит председатель комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Алан Габараев. Новый мост – один из значимых и масштабных объектов, который возводится в рамках инвестиционной программы. На данный момент уже выполнен внушительный объем работ. Строители возвели и регуляционную часть. Параллельно к шеве регуляция, уже форсно регуляция, тайлер фест, мене мане на фунджметр базади регуляция саразм, мене на шердеге джеше базади фунджметр та шердеге. Мост будет отличаться высокой прочностью и прослужит не один десяток лет, уверяют специалисты. Для этого вглубь земли уходят усилительные сваи по 9 метров. Я зен кастетана, миолдер фест, полностью зен джеведи, я буровой кастетан. 48 сваи на ходи, почти 9-10 метров, табы мене кермаджи, бенья розенди кажах, каше кажах, буровой дар наиста, трактор специальный кашер кутом, северный осетой дарай наиста. Ма айтахай бида на фастия да стам, ма им нанил да расте орест, на регуляцата да расте орест, на трети бетонни кыштис, ма нама мелки кыстата. Следующим этапом строительства станет установка плит для третьей опоры, а после начнется стяжка полотна. В мае строители планируют приступить к обустройству тротуаров, монтажу перил, укладке асфальта и брусчатки. Параллельно специалисты начнут облицовку перехода, которая будет выполнена из натурального местного качественного камня. Как только полотно будет готово, для удобства жителей мост будет запущен. Работы по облицовке продолжатся в нижней части моста и не будут мешать полноценному функционированию. Моста. Яна Плива, Ида Кочева. Информационный выпуск сегодня.